Новый центр духовно-нравственного воспитания «Анагатахзам» сегодня как нельзя лучше стал отражением своего названия. Здесь собрались женщины, которым есть за что поклониться. Все они не побоялись трудностей, имеют большие семьи и стараются при этом быть социально активными за их пределами. Вот я из многодетной семьи. Нас шестеро, я старшая. И когда в 34 года я попала в страшную ситуацию, моих пять младших братьев и сестер кинулись мне помогать. Вы знаете, в чем преимущество многодетной семьи? Это одно государство. И вот сегодня мне 64. И у меня дома одна сестра придет, постирает, другая уберет, братья носят меня на руках. Если мне нужно в больницу, все три брата прибегают. И только тогда вы, когда достигнете возраста, мама, бабушка, вы поймете, какое это счастье быть мамой, бабушкой большой многодетной семьи, быть родоначальницей хорошего дома. Совсем недавно в ходе отчетных встреч акимов многодетные матери просили обратить внимание на их проблемы. Всего поступило более 6000 вопросов. 1426 из них уже решены положительно. Сегодня глава региона выслушал вновь все предложения, а также рассказал о мерах, принимаемых на местном уровне для поддержки многодетных семей. Так, в текущем году размер единовременной социальной помощи малообеспеченным гражданам увеличен с 70 до 140 тысяч тенге. 3000 человек данной категории направлены на профобучение. 5000 актюбинцев трудоустроены на постоянное место работы. Для работы с остро нуждающимися семьями в регионе действуют мобильные группы, в состав которых входят депутаты, общественные активисты, предприниматели и представители государственных структур. Они выезжают по адресам, чтобы ознакомиться с условиями проживания обратившихся, оценить, какую конкретную помощь нужно оказать семье. В частности, оказана помощь в трудоустройстве 87 человек. Помогли в получении адресной социальной помощи 387 человек. Различные медицинские услуги оказаны 157 актюбинцам. Бесплатным горячим питанием обеспечено 46 школьников и дошкольников. 8 студентам оплачено обучение в вузах и СУЗах, а также многое другое. Аким области заверил, проблемы многодетных семей не останутся без внимания. Ряд предложений направлен в центральные госорганы. В частности, предлагается нарастить объемы строительства арендного жилья, продлить до 2-3 лет выплату пособий по уходу за ребенком, ввести налоговые льготы, ввести в эксплуатацию малосемейные общежития для ожидания очереди на жилье. Помощь оказывается и в трудоустройстве мам. Мы обучаем, предоставляем рабочие места. Более у кого лучшие показатели, мы отправляем в высшее учебное заведение за счет предприятия. Ну и вот таким образом мы вот на сегодняшний день готовы помогать безработным женщинам, которые вот нуждаются именно в работе. Сколько вакансий вы готовы предоставить? Вакансии у нас неограниченное количество. Можем и смены еще дополнительные добавлять. У нас оборудование современное сейчас, позволяет в комфортных условиях работать. Также социальные все мы проекты стараемся выполнять. Все желающие сменить профессию или получить квалификацию с последующим трудоустройством могут обратиться в городской центр занятости. Десятки актюбинских фирм и компаний готовы предоставить многодетным мамам вакантные рабочие места. Ну а итогом встречи стало вручение ключей от новых квартир трем остро нуждающимся в жилплощади семьям. Квартиры приобретены также с помощью спонсорских средств актюбинских бизнесменов. Кроме того, 20 женщин получили сертификаты на 25 тысяч тенге для совершения покупок в крупных гипермаркетах города. Еще 17 мам смогут поправить свое здоровье в санаториях Зару и Шипагер. Всем им были вручены бесплатные путевки. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт».